Сегодня на обзоре и распаковке геймерская механическая клавиатура Bloody B875N. Левый угол коробки немного замятый. Это случилось по моей вине. Я увидел надпись «Оптические переключатели. Подсветка». И меня сразу заинтересовали слова «Оптические переключатели». Потому что с подсветкой более-менее мне все понятно. Немного погуглив, я нашел на свой вопрос ответ. Теперь мне стало понятно, что клавиатура оптически-механическая. Не спорю. Ссылочка на данную клавиатуру будет в описании под видео. Клавиатура упакованная в пупырчатую пленку. В комплекте идут дополнительные сменные красные клавиши вместе со съемником клавиш. Собственно, вот она, красавица клавиатура. Подключается она через обычный порт USB. Также три бумажки в комплекте. Это инструкция по эксплуатации на русском языке. Вот это я не понял, что это такое. Кто знает, пишите в комментариях. Ну и руководство пользователя, как же без него. Продолжим. Ну что, дамы и господа, поменяем кнопочки на нашей клавиатуре. В комплекте 8 кнопок и плюс съемник для клавиш. А в руководстве пользователя написано, что это пуллер для извлечения клавиш. Не знал, что это называется пуллер. Ну что, заменим основные клавиши? Ну сразу захотелось понажимать без клавиш. Ура! Готово! В принципе, здесь все легко и просто. Интересно, может быть, даже есть такая профессия — клавиши надевать на клавиатуру? Я очень в этом сомневаюсь. А сейчас давайте послушаем разницу звука обычной и игровой клавиатур. Ну теперь пускай каждый сам для себя сделает выводы, а мы едем дальше. Естественно, после того, как я подключил клавиатуру, мне захотелось сразу выключить свет, посмотреть на эти красивые огоньки. А вот так вот она мигает при хорошем освещении. А сейчас я вам расскажу про читерский режим клавиатуры, от которого вы офигеете. Потому что когда я узнал, я был просто в шоке. Получи 15 суток! Нажав комбинацию клавиш FN плюс F8, включается игровой режим клавиатуры. Тот самый читерский режим. А теперь внимание, вопрос. Как вы думаете, что это за такой режим? Что он делает? Ты недооцениваешь мою мощь! А все оказалось намного проще. А все оказалось намного хуже. Этот игровой режим отключает клавишу Windows. И все, ребята, он просто отключает клавишу Windows.
А я думал, он много что делает. Нажав сочетание клавиш FN плюс 12, мы включаем подсветку в мигающем режиме. Нажав еще раз FN плюс 12, подсветка переключится в режим обычного свечения. Нажав третий раз, мы отключаем подсветку. Зажав клавишу функции и нажимая на стрелочку вверх, мы будем увеличивать яркость свечения, а если на стрелочку вниз, то уменьшать. Ясно. Также для этой клавиатуры есть программное обеспечение под названием K-Dominator 2. Его можно скачать с официального сайта bloody.com совершенно бесплатно. С помощью этой программы можно запрограммировать клавиши, перепрограммировать клавиши, установить макросы. А теперь поговорим о плюсах и минусах данной клавиатуры. Начнем с плюсов. Первое – это механика. Быстрый отклик клавиш в онлайн и не только играх. Второе – неоновая подсветка. Глазам не мешает и не отвлекает. Третье – на столе лежит хорошо и удобная подставка для рук. А теперь недостатки. Это моя первая механическая клавиатура, поэтому для меня шумновато. Со временем, я думаю, я привыкну к этому релаксовому шуму. В общем и целом, клавиатурой я доволен. Всем спасибо за просмотр, ставим палец вверх, подписываемся на канал.